Так, ну смотри, я не знаю, получится у меня одной рукой или нет. Я тут вот под горку, получается, здесь у нас место такое есть. Поменьше машин сейчас я выехал. Сейчас попробую показать тебе динамику. Ну не знаю, одной рукой будет фигово видно сейчас. То есть ни провала, ничего нет вообще. Это в горку он идет. Так, ну и вот сейчас поровно. Сейчас давай попробуем, пока машин нету. Тут как раз метров 500, наверное. Да, едет бодро, поэтому я его и взял. Так, смотри, два ключа, короче, с ним пришло. Чуть сполоснул его, так скажем, навел лоск. Документы у растаможки. Все четенько, короче, как бы. Вот, сидушку я перешивал. Так, вот с аккумулятора заводимся. Все четко, без провала, без ничего. Все работает. Ближний-дальний. Поворотники. Стоп-сигнал работает. Вот. Здесь он тоже накладку, это видно с этого, с жога притулил. В общем, вот такой вот в целом мопедик. Вот. Так, ну не знаю, что именно хочется посмотреть. Ну, вот так, давай поснимаем. Это у нас башка, пластик весь целый, весь родной, никакой китайщины, так скажем. Чуть-чуть уже подвыгоревший, конечно, по-любому. Так, боковая подножка у нас еще, кстати, есть. Здесь все четенько. Пластик, так скажем, года свое берут. 2001 год. Я почему и взял, потому что он более-менее живой. Резина, вообще этот протектор как новый. Вон еще эти видно. Резина тоже у нас практически как новый. Вот, что еще снять пока? Я здесь на месте.